Господь. Лучше мне быть хотя бы один день в доме Твоем, нежели тысячи дней в шатрах нечестных. Как прекрасно быть в доме Твоем, Господь, как вожделенное жилище Твое, как вожделенные плодовые Твои, как вожделенно присутствие Твое. Ты здесь, в своем доме, который есть Твоя церковь на этой земле. Здесь Твой покров, Ты наш щит, Ты наша надежда и живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, Бог мой, на которого я уповаю, защита моя, день скорби, день печали, Ты Бог, поднимающий из пепла и пения, праха, поставляющий с князями своего народа, наполняющий жизнью, вдохновляющий. Иисус, мы славим Тебя всем сердцем нашим. Достоин Ты, достоин Ты, достоин Ты, Господь всей славы. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, хвала великий Бог, мой защита моя. Наслаждаемся с тобой.
потому что ты Бог мой. Ты Бог наш, ты жизнь наша, ты любовь наша, ты святой Господь. Чаще мы тебя, чаще мы тебя, чаще мы тебя, Господь. Напояй твоим Духом Святым, твоей жизнью. Прикоснись своей силой, Господь, чтобы прямо сейчас твои ангелы, которые приходят, наполняют, наполняют, наполняют счастье твоего присутствия, твоей жизни, которые сегодня сражаются с силами тьмы. И сегодня на этом месте да будет побеждена всякая сила тьмы, да будет побеждены всякие дела дьявола. И твой свет да воссияет в сердцах, душах и жизнях людей. Дух Святой, наполни твоей славой, твоей жизнью. Я молюсь о каждом человеке, Господь. Прикоснись твоим духом и твоей силой. Там, где сегодня есть нужда, там, где есть боль, там, где есть болезнь, там, где есть разрушение чего-то в жизни. Дух жизни, Дух Святой, Созидатель, Господь Всемогущий, Бог Целитель, Бог Великий. Прикоснись твоей любовью. Прямо сейчас я провозглашаю твое исцеление в тела людей. Я провозглашаю твою жизнь. Я провозглашаю твою свободу. Прямо сейчас всякие цепи и узы, кандалы да рухнут во имя Иисуса Христа. И твоя свобода, настоящая свобода, не мнимая свобода, но настоящая свобода твоего духа, когда человек снова начинает взлетать, да придет Господь, да придет Дух жизни, Дух Святой, коснись, любимый, драгоценный Господь. Каждого, кто жаждет, кто ищет тебя, кто любит тебя, прикоснись твоей жизнью во имя Иисуса Христа. Поведи нас дальше, дай нам видеть больше, больше тебя. Подними нас выше, поведи нас дальше, дай нам видеть больше. Больше тебя, подними нас выше, поведи нас дальше, дай нам видеть больше, больше тебя, наш Бог, подними нас выше, поведи нас дальше. Поведи нас дальше, дай видеть больше, больше тебя, Господь. Подними нас выше, поведи нас дальше, дай нам видеть больше, больше тебя, Господь. Подними нас выше, поведи нас дальше, дай нам видеть больше, больше тебя. Подними нас выше, поведи нас дальше, дай увидеть больше, больше тебя. Потому что ты победил однажды. И сегодня мы можем ходить в твоей победе. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Святой! Ибо та победа, которую даровал нам Иисус Христос, есть твоя и моя вера!
Верой мы побеждаем царство. Верой мы побеждаем тьму. Верой мы побеждаем грех. Верой мы побеждаем болезни. Верой мы изгоняем беса. Верой мы живем. Поэтому праведный своей верой жив будет. Праведный своей верой жив будет. Праведный своей верой жив будет. Поставь славу Богу. Аллилуйя, Иисус. Слава, хвала и честь тебе во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Слава! 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 Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Святой! Слава тебе, Господь! Слава тебе! Аллилуйя! Благ наш Господь! Аминь!